пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает, как пишут это в СМИ. Сейчас вы все сами увидите. Так что, как видите, у нас на борту все спокойно. Живем мы, как всегда, мирно и дружно. Эксперименты выполняются в штатном режиме. В районе так называемого «Асу».